Заходите на сайт. Ссылка есть в описании Дениса Столбова. Добавляйте его в друзья. У него есть разные на стене. Всякое. У него всегда оценяют фотографии. Он разные копирует. Он может сделать скриншот. Он может обновить фотографию поняшек. Он даже играет в Майнкрафт. И так что заходите. Ссылочка ВКонтакте. А сейчас мы будем смотреть, как Денис будет играть в выживалку. Всем привет! С вами Денис. И сегодня это вторая часть, как мы будем играть. И как помните, в той части я добыл вот такой. Пойдем дубить дерево, дубасить его там. Вон много все. Ой, я хочу цветочку. Стоп, я забыл, я только позавчера снял эту серию. Я забыл, тут можно жевать? А, не, я забыл. Так, сейчас мы начнем. Строим в этой серии. Так, сейчас. Ой, блин. Сейчас. Вон. Деревком. Тут беру разное деревко. Так. Так. Оп. Так, я вспомнил. Я хочу вам сегодня рассказать в этой, во второй части, как играть по-настоящему в Майнкрафт. Сначала там не надо. Добыл перку, все сразу. Ткань, железо. Искать алмазы. А сначала мы должны построить дом, скрафтить дырку из дерева. Но мы можем это на видео заснять. Если нам скучно просто так, мы можем заснять это на видео. Так, вот эти две. Ну, точняк просто. Дом получается так. Да. Сейчас, блин, не хватило. Так, сейчас. Ау. Так. Сейчас. Ну, давайте. Сейчас мы только. Одну давайте сломаем. Ну, короче, я. Пишу ТП туда с деревом. Так, вот, все, мы здесь оказались. Так, сейчас мы скрафтим доски. Так. Оп. Сейчас, оп. А, точно. Делать так. 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 Вон такой вот. Нет. Небо. А зачем я так строю? Я нашел домик, который я не строю. Так, я должен это все взять. Там какой-то песочный домик, давайте перейдем в него же. Вот, так, сейчас. Так.
Извините, не короткая пауза. Так, вот. Ай, меня зомби бьет. Вот. О, у меня два топора. Эй, вы что? Теперь у меня два шлема. И у меня много, много, у меня много вещей. Не хочу. Да я видео снимаю, я занят, отстань. Да ну нафиг. Ладно. Так. Ау. Нет. Да. Ну, блин. Ну, ладно. Эти вещи я еще, ну, заново добуду в следующей серии. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Гнит. Всем пока-пока. Эй, Крипер, как я здесь оказался? Всем пока. Пока.